и подонок. Вы можете себя назвать подонком? Я никого не бил, никого не подставлял, к золотой молодежи не относился, всегда был среди бедных. Поэтому вот две разницы. Он одинокий волк. Владимир, от хорошей жизни. У вас не было ничего в жизни, за что бы было стыдно? Стыдно было? Угрызение совести одно. Мать в день, в год смерти, в марте 85 года, говорит: Володя, дай побольше денег, хочется с рынка попитаться. Она чувствовала, скоро уйдет из жизни, и хотелось на рисковом рынке купить дешевые продукты. Свинина стоила 6 рублей. И я пожалел. Вот в этом себя корю. Что я же, эта вот жадность не нужна. Что ты родной матери пожалел? Ну, сними с книжки деньги, пусть она с рынка купит там парное мясо, какие-то фрукты. Но вы жадный мне человек? Это было неприятно. Жадный? Я не жадный. Но почему я матери не дал больше денег? Вот для того, чтобы хоть чуть-чуть покушать в конце жизни. Владимир Иванович, деньги же были, на книжке лежали деньги. Еще тогда определили.